Салют, друзья! Это Ару ТВ и программа «Хижины дяди Тёмы». Дядя Тёма, а также дядя Артём, а также старец Артемий в одном лице. Это все я. Фамилия моя Троицкий, как вы знаете. И сегодня мы закроем, или, по крайней мере, надолго, как минимум до смены нынешней власти, прикроем одну экзотическую тему. Тему Курильских островов. Возник этот сюжет в конце прошлого года в связи с тем, что японский премьер Синдзо Абе собрался в Россию поговорить с Владимиром Путиным, российским президентом, на предмет заключения договора о мире, который, на самом деле, между Россией и Японией до сих пор не заключен. То есть война идет между двумя странами. Условием заключения этого договора, по мнению японской стороны, является возврат России ей, Японии, Курильских островов в количестве 4 штуки, точнее там 3 острова, ну и одна такая небольшая островная гряда. Ну вот, и накануне этого визита японский премьер как-то очень активно, оптимистично высказывался по поводу того, что вот он ожидает прорыва, что сейчас проблема будет решена, наконец-то там после 70 лет всяческого мурыжения, значит, мы с русскими вроде бы как собираемся договориться. Но я с самого начала относился к этому более чем скептически и говорил, что нифига, ребята, не получится. Ну, разумеется, так оно и случилось. Съездил японский премьер в Москву, вернулся несолоно хлебавший. Хотя там идут какие-то из Японии такие кисло-сладкие вежливые отклики, типа «это было полезно», «это было конструктивно», «мы это все будем продолжать» и так далее. Но, в общем-то, ничего они не добились. Как сказал пресс-секретарь Путина Песков, «ничего нового мы от японской стороны не услышали, вообще никакой речи об островах прочей территории идти не может». Ну а теперь по порядку. На что рассчитывала Япония? Япония, по-видимому, рассчитывала на то, что если они как бы умерят свои требования и согласятся загробастать не все 4 острова, в том числе 2 больших, Итуруп и Кунашир, а возьмут только необитаемую островную гряду Хабамаи и небольшой остров Шикотан, на котором проживает 2500 российских граждан, то вот в этом случае Россия скажет: «Окей, забирайте эту мелочь, а мы как бы сохраним лицо и останемся при крупных островах». На это Япония рассчитывала, и совершенно зря, конечно же, потому что, ну, не повезло жителям острова Шикотан. Их Японии не отдали, и главная причина для этого, разумеется, то весьма жалкое и слегка шаткое положение российской власти, которое она в последнее время демонстрирует. Рейтинг Путина постоянно падает, упал до каких-то рекордно низких оценок. То есть одобряют его деятельность по последним опросам общественного мнения, по-моему, 33,4% российского населения. Это очень мало. Еще месяц назад таковых было, по-моему, 36 с чем-то процентов. Конечно, в такой ситуации вдруг взять и все это дело отдать, это бы вряд ли вызвало в Российской Федерации волну восторга и воодушевления. Как бы все это дело не преподносили на федеральных телеканалах, и как бы сам Путин не изворачивался бы, чтобы сказать, что на самом деле тут ничего страшного, получаем мы в действительности гораздо больше. Нет, конечно же, патриотическая вся эта история, она большинство российских граждан слегка волнуют, и они были бы не рады. Кстати говоря, очень интересные прошли события перед встречей Абы с Путиным. В Москве, скажем, на площади Суворова произошел митинг
митинг противников передачи «Островов». И там, конечно, собралась очень веселая компания. С одной стороны коммунисты, с другой стороны империалисты, то есть имперцы. С одной стороны монархисты, с другой стороны анархисты. В общем, очень-очень пестрая такая шебутная компания всевозможных фриков и маргиналов. Причем я понимаю, почему туда пришли, скажем, имперцы или монархисты, или какие-то еще националисты правые и так далее. Но нафига это все нужно левым? Мне вообще непонятно. Тем более, что могу сообщить этим самым нынешним российским левым, что японский пролетариат в огромном большинстве своем очень даже поддерживает передачу Курильских островов Японии. Так что классовый подход тут, опять же, и международная рабочая солидарность тут никак не действует. Нафига им это надо, не знаю. В общем, какие-то странные у нас анархисты, ей-богу. Ну ладно, в общем, короче говоря, неподходящий момент, к сожалению, Синдзо Абе выбрал для того, чтобы по поводу этих самых островов торговаться. Ничего он не получил. Можно сразу сказать, что ничего он и не получит. Так что лучше сэкономить деньги на засылку правительственных и прочих делегаций за 11 часовых поясов в город-герой Москву. Ну, а если говорить по существу, то, естественно, спорят многие о том, выгодно России эти острова передавать Японии или невыгодно. Некоторые люди, которые, в принципе, считаются вроде как прогрессистами, либералами и так далее, дерут на себе фуфайки и галстуки и орут, что это преступление и нельзя этого делать и прочее. Другие говорят, что наоборот, от этого могут быть какие-то серьезные экономические выгоды. У меня мнение простое. С одной стороны, я считаю, что доводы об экономической выгодности в случае передачи Курил Японии, они, в общем-то, очень сомнительные. По той простой причине, что имеются американские и прочие санкции, и Америка, конечно же, будет Японию в этом смысле контролировать и держать в узде. Не смогут японские банки, японские промышленные гиганты и так далее вот так вот от вольного в Россию инвестировать, передавать России технологии и прочее, и прочее. Ничего из этого не получится. То есть что-то может быть, но в очень скромных масштабах. Так что это как бы это аргумент слабый. Но есть один суперсильный аргумент в пользу передачи островов Японии. Аргумент этот состоит, разумеется, в том, что ни Америка, ни Япония на самом деле России ничем не угрожают. Япония вообще маленькая и в значительной степени демилитаризованная. Америка находится далеко. Общей границы с Америкой у России нет. И было бы смешно, если бы, скажем, Америка стала покушаться на какую-то часть российской территории. Покусилась она 200 с лишним лет тому назад и самым миролюбивым коммерческим образом, таким образом отъела себе российскую Аляску. И все. На этом история о российских территориях, перешедших Америке, закончилась. И закончилась наверняка навсегда. Но есть третья страна. Третья страна, которая реально российскую территорию медленно, но верно съедает. Страна, разумеется, Китай. И если для Японии понятие «северные территории» означает несколько Курильских островов, то для Китая понятие «северные территории» означает весь российский Дальний Восток и всю российскую Сибирь. Китайцы уже начали осваивать эти бескрайние просторы, делают это в высшей степени эффективно. Все местное чиновничество, бизнес и так далее, ими уже скуплены. Огромное количество
леса, прочих природных ископаемых, уже употребляется Китаем для нужд собственной промышленности. Российская экология при этом страшно страдает. Местные власти, да и кремлевские тоже при этом угрюмо молчат, потому что все куплены. Сейчас разговор уже зашел о том, что китайцы хотят повернуть вспять некоторые российские сибирские реки, чтобы оросить, так сказать, просторы Северного Китая, что они будут качать пресную воду откуда? Из озера Байкал, разумеется, а пресная вода скоро станет не менее драгоценной, чем нефть. Вот Китай – это на самом деле это огромная угроза, и потому что у него длиннющая и практически никак не защищенная общая граница с Россией, и потому что в экономическом отношении он гораздо сильнее, чем Россия, и потому что, в отличие от Америки или Японии, которые, в общем-то, демократические страны, даже при таких олухах, как президент Трамп, а Китай – страна тоталитарная, даже более тоталитарная, скажем, чем Россия. Если они захотят предпринять какие-то, ну, скажем так, насильственные действия, никакой Конгресс, Сенат, оппозиционные партии и так далее китайскую верхушку не остановит. Что иметь дело с Китаем гораздо опаснее, чем с нашим, как бы, архиврагом USA. И в этом смысле, конечно же, просто для того, чтобы, ну, фактически для того, чтобы Россия вообще осталась в мире будущего, конечно же, Китай надо сдерживать. А сдерживать Китай можно только объединившись, в первую очередь, с Америкой, ну, а если говорить о Дальнем Востоке, то и с Японией. И то, что наши политики или этого вообще не понимают, или понимают, но действуют так, как они действуют, вот это можно объяснить или идиотизмом, или просто тем, что люди совершенно сознательно работают на то, чтобы страны России в ее нынешних очертаниях в скорости вообще не стало. Вы смотрите АРУ-ТВ.